Направо. Вперед. Может, резет сделать? Полк. Давайте резет. Трупы кругом. Да ладно, подожди, стойте, сейчас другой ключик попробую. Не клацайте, ценен. Стоп. Две колонны строить. Кстати, уже просто говорили, что они как раз у них по-другому, они по левую сторону строятся, может они забыли, что мы попробуем. Вперед. Стоп. Налево. Все сесть. Все. Задняя колонна, пожалуйста, подровняйтесь так, чтобы вы находились между плечами впереди стоящих. Это шаг получился направо. Просто чуть сдвиньтесь направо. Надо еще у меня идеально, я тоже да. Ну арт так и будет стоять тут. Николай, да, сядь, чтобы ты находился посередине двух плеч впереди стоящих. Чуть не получается. Николай, чуть-чуть да. Вправо сдвинься. Можно просто остановиться там направо и приказать одной колонне. Николай, шаг. Николай, вправо, to the right. Little right. Я не понимаю его. One step right. Николай, come here, please. Ты как долго? Сейчас будет тимпилов много. Мы просто попробуем. Видел в одном историчном фильме. Все Цельси. Последний самурай. Блин. Извиняюсь. Это, насколько мне понятно, изменяет британское построение. А, нет, вот кто вот смотрел новый фильм 1812, там 5 частей у него было, и если посмотреть некоторые сцены, то вот именно так вот они и сидели. Сзади еще были две колонны стоящих солдат. Нет, я понял, я название говорю. А, стандартный фильм такой, как называется, 1812, что ли? Да. Это сериал? Цель? Ну, с 5 частей находится. Все цель. Русский? Цепью справа. Пли. Может, легкий? Николай. Да. Ко мне. Иди сюда. Вот, садись. Встать.
Направо. Четыре колонны строить. Тормозит. Налево. Первые две колонны сесть. Вторая сидящая колонна, сдвиньтесь чуть-чуть вправо, чтобы вы находились, ну, как в прошлый раз. А вторая стоящая колонна, тоже двиньтесь чуть вправо. Целься. Нужно как-то это одно команду стреляем. Пли. Безупречно. Научим пил. Угу. Скриншот хороший получим. Кругом. Не в таком же порядке. Только обратно. Цель. Блин. Налево. Вперед, шагом марш. Это, ну давай. Можешь немножко проверить? Стоп. Налево. Сомкнуть ряды. Первая шеренга целись. Пли. Вторая целись. Пли. Третья целись. Пли. Четвертая целись. Пли. Первая целись. Ты кто это? Первая, вторая целись. Да что он не знает, вот куда будет. Пли. Третья, четвертая, третья, целься. Пли. Четвертая, вниз целься. Пли. Вниз не стреляйте. Ребят, вы когда стреляете, не направляйте вниз ствол. Направо. В одну колонну стройся. Левая, самая левая колонна за мной. User left your channel. User joined your channel. Робот. Не запутайтесь. Ну, запутаешь. Так, я пришел. Сервак Мирослава? Да. Да. Хорошо, значит, полета мне. Стоп. Короче, здесь, да? ТС? Угу. На сервере? Павло, включай, стройся. Я сейчас пробую с другим ключиком. В темпе. Ну сразу бегите прямо. Левый фланг. Сядьте. Блин. Правый фланг. Сядьте. Пли. С
из центра целься. Отставить цепи за офицером вперед. Команды стрелять не было. Две колонны перестраиваемся. На ходу. Стоп. Налево. Так, ну сейчас у нас еще стоит Франция. Давайте теперь просто автобалансом выбирайте и как бы половина переходите за Францию. Кого брать? Берите первых. Ну или гренадеров. Берите гренадеров. Ну блять, я сначала гренадеров, потом выбрал первого. Все 30-е перешли. Русские налево. Французы, встречаемся в центре. Русские, в одну колонну стройся. Я сзади. Вперед. Половина, да беги, да беги. Как вы взяли? А в одну колонну, понятно. Стройтесь напротив нас. Русский паук плеча. Последний на мое место. Теперь у нас идет отработка боевых ситуаций. Сейчас, по легенде, русские по моей команде стреляют. Французы по команде огонь. Сразу же идут штыки. Русские целься. Пли. Русские в штыки. Ну это потому что специалист на такой стиле. Невский. Молодец, я тебя хотел спасти, Комис. Я не нуждаюсь в твоей помощи. Какой смысл говорил Лёша вчера? Французы вот там вот напротив вот этой вот деревянной деревянного моста стройтесь там. Русские за мной в колонну. За государя! Vive la patrie! Вперед. Русские по опыту участвуют. Последний на моё место. Русские надо его. Русские обратно направо, значит. Французы налево. Французы две колонны строить. Я скажу, гор нема. Не знаю, как. Нас они как заглючу. Да. Французы направо. Противоворота. Первая шеренга нижнего. Нижний удар этим штыком. Держим и не садимся. Встать. Вторая колонна, верхний удар. Так они нас будут атаковать сзади. По команде все и русские, и французы штыки. Штыки. Ну, подходите, сукины дети! Штыки. Ура! 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 Русский шрем надо быть. Что, бак?
А, надо было нижний блок, а не нижний удар. Удар поставить. Как прорывается, потому что неразбериха начинается. Как прорывается. Все заметили, что граф французов подставляет? Да, или да, только да. Я... Да. Не орать. Французы, подравняйтесь немножко, пожалуйста. Французы, налево. За мной бегом. Русские, стрельба по готовности. Очередной издевательный. Но мы все европеоидные, все белые, поэтому не расисты. Топ. Ездим по Риму. Право. Что ж такие? Русский, русский, французы. Прайм, верни. Мне пока что ж такие. Французы, по готовности все. Сука. Извини. Санитарий. После боя все строимся на своих местах. Всем привет. Привет. Здрасте. А что у нас сегодня такое? Пряник. В каком сервере? Семенов. Пароль? Сам. Угу, спасибо. Так, 30-е закончили писать в чат. Иначе это закончится у них. Русские налево. За мной. Правое плечо строись. Щепи на не будут. Не дай бог твой попнул. Француз кругом. Русские пинок. Французы кругом. Обе команды штыки. Кто же меня убил? Француза отомстили. За издевательство. Алексей, как уж ты скосил-то по мутим комп. Кир, что это? Да вот так. Он тебя пожалел. Пуля, дура, штык, молодец! Ты дольше прожил. Пожадничал. Русский в колонн за мной. Французы строятся там же. А я знаю, что это ты, Славомир. Я бегу за тебя. Все шагом на шаг переключились. Вперед. Французы. Русские. Француз стоп. Все в штыки. Набег, конечно же. Ну, вау. Нормально, нас скоро забанят по этому поводу. Меня тоже. Давно пора. Господи, почему? О, сори, Хонец. Отомстил Донецкий, да. Сори. Да ты аж какой-то. Бей, басурман! Держись. Комис, скрой, закрой. Ничего. Ничего. Французы, каждый второй шаг вперед.
Назад. Слева или справа? Слева. No whisper target found. Ну, русские. Почти, в общем, французы целься. Как только я скомандую огонь, русские сразу же идут в штыки. А, огонь. Штыки. Ну, пожалуй, положу, чтобы прикинуть. Сейчас пацан с ним кинешь. Так ты знал, что ты блин. Ну, зачем? Штык, молодец! Да, блин. Карма такая. Все-все-все, отставить. Русские направо. Две шеренги строй, две колонны строись. Французы тоже направо, две колонны строись. Две колонны строись. Все налево. Все целись. Play. А, готовность. Штыки. Все, кто сюда бегут, стоп. Возрожденные, стоп на своих местах. Сбиться в кучу. Кучу. Ты как не стрелять еще раз? Пуля, дура, штык, молодец! Не пинайте с 30. Хватит, штуки. Хватит. Русские в колонну, французы в колонну. Они меня бьют. Ну каждый в свою колонну. Сколько русские вперед. Француз, стрельба по готовности. Русские в штыки. У меня есть... Все в штыки. Французы выбежали рано, команда на... Воруй! Убивай! Стрелять в Сашка, штыках не нельзя. Стрелять. Какое? Что за стрельба? Извините. Давай. Что вы здесь устроили? Так, в замке тоже не начали. Морган, зачем ты меня убил? Все, хватит. Ну ты начал наш катастрофу. Нарезка динация. Вот этот товарищ гренадер, я не знаю, какой ник, не могу. Ставок, режет на респе. Да-да, кстати. А как? Как? Они ФК стояли, чем делать? А зачем ты их режешь? Ну и что, как они тебе мешают, что ли? Скажи.
Машине отошли на минуту, да. Не знаю, мне показалось, что это надо убить. На кого? Русские вперед. Русские, стоп. Лево. Первые пять от французов. Шаг вперед. С правого конца. С правого конца. Вы идете в штыки на толпу русских. Штыки. Ой, извини, как просто так? Все штыки. Ничего. Не, вы стоите, французы стоят. Вы отомстили. Подкрепление французов, 5 человек. Тут русские камеры. Мантик, я знаю это. Русские-то не двигаются слишком. Стоят вместе, в основном. А нам атаковать дальше, что ли? Или только этих пятерых убивать? Вы атакуете дальше, да. А, понятно. Подкрепление французов. Ну... Нет, вы вот, вот французы вот тут стоять, вы к ним не идите атаковать. Ой, сори. Вот, старайтесь держаться на одном месте. Французы подкрепление. Давай, спасибо. Французы все. Следующие 5 человек. Да, кто у нас тут бьет? Бак, бак. Так вот это кто? Мне нужен ник этого человека. Да вот это сёр. Вот кто сейчас меня целится? Ох, извини. Я больше не говорил подкрепление, это значит, что все встают в свои места. Чё, всё, не закончилось? Они сразу же бежим. Русские-то остатки французской армии еще атакуют. А, ну отлично. А где там? Никто, вы-то не бежите, вы стоите вот на месте. Не, я просто вернулся в колонну. Вот, вот стойте в колонне. Кто атаковать тут? Подкрепление французов. Первые 5 человек. И русские сразу же штыки на них. Французы все побежали. Штыки. Да почему возродившиеся-то атакуют? Все, французы закончили, всех уже убил. Все, все, все ставим. Офигенно. Так, у нас ну, еще слушай. Немного времени. Дениска, Николас, Мистер, Зас, Джеймс, Арт, Санитариум переходят за русских. Как скажешь. А за какой полк? Ну, как и все. Грандеры. Понял. Ну, грандеры преображаются. Ну, понял. Сейчас вот еще Дениска также переходит. Арт, Кир, Нокия. Дениска АФК будет. Ну, так, я значит, эти два. Так, за русских переходите. Все оставшиеся французы берут драгунов. Буля, дура! Штык, молодец! На любых. Так, русские налево. С кругом. С пиками не брать. Вперед. Ну, другой француз. Да, французы берите. Стоп. Вперед. Что лучше, карабины или мушкет? Стоп. Мушкет. А не, без этих, без мушкетов. Ну просто драгуны. Коричневые. Или драгуны, или гусары. Как правильно. Гусары. Я уже драгуны взял. Две колонны. Настройся. Застрелите меня. У тебя тоже сабля есть. Да, саблю возьми, просто не... Ну просто судьи, чтоб сабля была. Потом просто возьмите драгунов. Ой. А лансу можно? Нет. Четыре колонны.
Ружье какое? Ружья. Ружье не используем. Каре. Вау. Крайне сильно. Сели, да. Игроки из середины могут стрелять в любое время. Да. Оп, сори. Не так. Кавалерия. Видимо, было очень плохо. Нападаем. Пуля дура! Да. Штык, только аккуратно. И не вставая при этом. Ой, прошу машину. Не машина. Тем, кто возродился, кавалерист. Вы опять собираетесь в куче. Нет, вы не встаете лишний раз. Если вы видите... Стреляйте, не вставайте. Стреляйте. Стреляйте только аккуратно и не вставая при этом. Николас, пройдите. Если на вас идут стрелять, кавалеристы, то несколько человек могут вставать и... Ну, чтобы... Сейчас еще один такой ликвидировать. Я стрелю, блин. Я извиняюсь. Ну, был алф. Кау? Француз заберут кого? Любой кавалерист в сад. Кавалеристы. А можно с палашом? Мы не используем. Так, гусар, возьмите все. Втискивайтесь, русские. Еще раз построишь, там бардак. Окей. В одну колонну. Где колонну строить? А, хильнуть можно? А не надо, где ты просто нам было сразу на 4 колонны. 4 ставь, конечно, брат. Убейте, пожалуйста. Извини, я... Славься отечество! Шепард, ну он первый начал, короче. Сабли бить. Я случайно, я же говорю. Надо хорош кавалерист. Карай. Говори сразу. Кто хорош, Кая? Это да, а то нубов нашли тут. Кавалеристы атакуем. За кого посадили? Тактику, конечно. Не понял. Как что пропустили, да, мечник? Смотри. Вообще задник постоянно до того раза. Вы не собираетесь? Надо, чтобы задние выстрелили, точнее в центр постоянно, и выстрелились. Слушай, а может чуть пошире коре попробуем сделать? Ну, сейчас попробуем. Не стреляй, попробуй. Четыре колонны за мной строись. Просто развернемся как-то в своем направлении и сделаем шаг вперед. Четыре, а не в пять, Мирослав. Бак, мы встанем, мы не будем делки будем играть. Каре. Не садимся. Кто выбежал? Крайний шаг вперед просто сделайте еще. А подождите, еще. Может там сразу перестреляли. Шаг вперед. Сделали все. Микрофон спарного, включите. Микрофон. Спарного. Микрофон назад, ты уже вышел там шаг вперед. У кого микрофон? Спарро. Посмотрите. Каре. Ну не знаю, какая-то расхлябанная лужа получилась, во-вторых. Ну попробуем. Лодочка. Кавалеристы, вперед. Ноки, не вставай. Каждый отвечает за свой сегмент. Кто стоит. Кто в середине выстрелил, Не подрезайте своих.
кто меня пытается убить? Надо так настойчиво, что в прошлом раунде, что в этом. Блин, не за что. Не гонит стрелять. Так, ребят, отвечаем каждый со свой сектор. Че вы крутитесь, выбегайте из строя, стреляйте наперед через 4. 4 колонны за мной. У нас сейчас тимкиллы именно за счет того, что выбегают люди. 4. Каре. Нет, вот команды шаг вперед еще не было. Давайте можем мы следующий раунд тяжелых возьмем кавалеристов. Шаг вперед. Держать позицию! Ну возьмите тяжелых. Кавалеристы. Кавалеристы вообще разбейтесь на две такие подгруппки и попытайтесь с разных сторон нападать. Тяжелый это конно-гренадерская или карабинер? Скалибрированная. Все, которые ниже. Карабинер, конно-гвардейский полк. Отбери карабинера. Все. Тяжелый медленный. Кто стрелял? Атакуйте, вам сказали. Атакуйте. Бак, куда ты пошел? Не выходи. Блин, ну зачем он зашел? Не сами там. Помочь нам один был. Вообще кавалерия не должна разбиваться на два полка и действовать сразу со сторон, потому что друг друга врезаемся и стопоримся. Надо волной попасть. За мной 4 колонны. Слушай, кавалерия, вы решаете. 2-0-0 и поляки приходят. Ну все, ну значит давайте всем спасибо за тренировку. Ждем ЛБ. Так, мы здесь на данном серваке находимся, никто не убегает. Сейчас просто перекидываемся по командам. Как у нас там 10 кавалерии? Да, давайте вначале 10 кавалерии, сейчас быстренько офицерским составом. У нас сегодня не произошло и тренировка планировалась. Сейчас быстренько назначим 10 человек. Штауфенберг здесь? Нет. Нету. Альгерт здесь? Тоже нет. 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 Так, сейчас. Ну давайте 3 человека с Семеновцев. Так, Зас, кто у вас из 30-х хороший, так сказать, кавалерист? Версус, может быть, он возглавит? Версус, возглавишь? Не, кавалерист? Я же не кавалерист. Прайм, Ура, Раф. Трое. Можно я в кавалерию? Какие-то давайте по 3 человека тоже. С каждого полка. Ну с одного можно 4. И кида можно кавалерию тоже. Давай, Зендариум, кид и кто еще? Назовите мне. Ну я хочу хоми сейчас. Лансеров берут. Так, Зендариум, кид и хоми сейчас от Семеновского полка идут за кавалерию. Насрав, Ура и Прайму. Кавалерия, в пехотный корпус канал переходите сразу, чтобы не мешаться. Кто команда кавалерии? 30-й, значит, 4 человека. Я ж... 4? А кто еще хочет кавалерии из моих? User left your channel. Кто может? Давайте санитариум, если уж пошел, он такой все-таки профессионал. Держи, куда идти? Вверх. Ты хочешь с кавалерию? Ну, куда идти? Ну, пехотный корпус. Кто за кавалерию? Кстати, а вообще кто еще человек будет? Просто линия пехота и кавалерия. Дениска, будешь лансером или нет? Иди, Кир, уже иди. Дениска. Ну, пока, кто у нас еще там?
Ну вот больше я не знаю.